можешь что сказать? Отрицательный результат для нас. Недовольны все. Не то место, которое мы хотели, на которое рассчитывали. То есть и которую нам ставили как задачу на сезон. Так что, ну, негативные эмоции. А если, ну, не смотреть на места, а по качеству игры, что можешь отметить? Хорошее ли качество игры показывала команда по ходу этого сезона? Либо есть какие-то вопросы? Нет, ну, конечно, есть вопросы, были. Но в целом, считаю, играли качественно. Ну, были и провальные игры, как со Слуцком там. Некоторые таймы. Но я думаю, что все равно больше было матчей, намного больше, где мы хорошо играли. Два гола и четыре ассиста у тебя, это твоя статистика. Для защитника это довольно неплохой показатель. Пять ассистов. Пять? Что-то мы не досчитали. Ну, пенальти не засчитали, тем более, наверное. Тем более. Что думаешь о своей личной статистике в этом сезоне? Да ничего не думаю, на самом деле. Больше думаю, чтобы команда выиграла, то есть какое место мы займем в итоге. Ну, статистика. Ну, это приятно забивать, отдавать, помогать команде. То есть приятно выиграть и вдвойне приятно, когда еще помог команде. Может быть, какое-то из результативных действий запомнилось тебе больше всего и больше пользы принесло? Ну, как... Наверное... Вот с Мозырем, когда на последней минуте с углового я подал, кики забил. С Гродно тоже тяжелая игра. Был ничейный счет, пенальти заработал. Ну, то есть такие моменты, которые, ну, делали, так сказать, результат. Вот эти два, наверное. А по статистике Инстат ты в пятерке самых пасующих футболистов всего чемпионата. Ожидал ли оказаться вот в таком рейтинге? Там, ну, нет, не... 2000 пасов, там 1800. Ну, не ожидал, потому что раньше играл совсем по-другому. В этом сезоне тренерский штаб использует меня немного в другой роли. Если раньше я играл больше там с фланга, с подключениями, то сейчас больше действую при, ну, нашей позиционной атаке в центре поля, то есть, ну, как распасовщик там. Ну, так что... Если брать по этому сезону, то я ожидал, а если мне бы сказал до сезона кто-то, то я бы точно не ожидал. Ну, а вот эта вот новая роль, насколько она новая для тебя? То есть только с этого сезона ты начал заходить? И насколько непривычно и долго тебе пришлось к этому привыкать? Ну, было непривычно, да. То есть, но Кирилл Петрович Альшевский, то есть, ну, разговаривали много с ним, и то есть... Ну, он меня так вот перестраивал, и я ему благодарен за это. Потому что сейчас я намного себя там лучше чувствую в центре поля, чем в начале сезона. Но не просто мне давалось. Кого в пример ставил? Зинченко? Ну да, скорее да. Ну, скорее, как Манчестер Сити в общем дело. Там Канцело, Зинченко. Ну да. 28 матчей за клуб, плюс еще за сборную. Чувствуешь ли усталость после сезона и как собираешься отдыхать? Усталость физическую не чувствую, больше, не знаю, наверное, эмоциональную какую-то, что все-таки не выполнили задачу, и в сборной не совсем удачно выступали. То есть больше вот эта вот усталость от какого-то негативного результата. Ну, физически чувствую себя нормально, потому что, ну, это вообще, если брать за целый год, то это очень мало матчей. Можно было и больше играть, то есть... как играют, допустим, в других чемпионатах, там по 70 игр. То есть, а у нас как-то много пауз. Мы играем игру, потом две недели какая-то пауза. Ну, то есть, мне лучше больше играть. Как отдыхать собираешься? Отдыхать дома, с семьей. То есть, никуда не полечу. Буду в Витебске с ребенком, с женой.